Паркер, и как вы уже поняли, я сейчас уже прохожу 46-й левел в башне. Но вот в чем заключается суть, что я начал проходить его, не снимая на видос. Вот, как и было с 44-м левелом. Потому что я думал, что я не пройду, потому что взял довольно фановую колоду. Ну, не фановую, такую странненькую колоду. Но в итоге у меня получилось все-таки многого достичь на этом уровне. То есть убить уже два раза Баку. Ой, не Баку, ё-моё. С книжки и чела зомби, вот я забыл, как называется. Вот, поэтому погнали дальше, вдруг это реально годная попытка будет. Просто я до этого пытался уже ролики даже снимать, у меня все равно не получалось проходить именно на ролики. А потом у меня уже все нормально наладилось, типа. Вот я на ролик пытался заснять, как я прохожу этот уровень, ну 46 уровень, где-то 3 раза, ни одного раза у меня не получилось. Вот канканчики там сейчас еще вынесут, и я угорать буду. Так, а блин, один умер. Так. О, все, хорошо, опять убили его. И хорошо, там, по идее, у него мало хп осталось. Сейчас еще канканчики долбанут по нему, это капец. А, все, убили. Да, все-таки мы прошли 46-й левел. Вот, блин, мне интересно, получится ли нам пройти 47-й левел башни. Или же нет. Так. Но все равно этот зомби с книжкой, да, остался тут жить. Так сказать, поживать. Но не суть важно, потому что уже мои коты бьют базу. И да, мы все-таки прошли этот левел. Вот. И скоро вы увидите, как я прохожу 47-й левел. И удастся ли мне его пройти. Или я окончательно застряну так на 46-м. Я уже потерпел довольно много поражений. Всем удачи, всем пока. Ждите следующую часть.